Не, братья мои, Христос – это не то, что мы. Да и нет под небом такого, с кем можно было бы сравнить Иисуса. Вот только один эпизод. Судьба мира на волоске. Уже расчехлили ракеты, мир готов к самоуничтожению. Гвардейцы составили списки внутренних врагов, установлена слежка. Казалось бы, и немедля принимай меры к своей безопасности. Но Христос и бровью не ведет. Совершает дело, ради которого он пришел. Образец целеустремленности, верности призванию, послушания Отцу. И что поражает? Глобальные вопросы составляют повестку дня. Все заняты решением мировых проблем. Все знают, что и как нужно делать. Но Лазарь болен. Умирает Лазарь. И Христос идет к нему. И выходит так, что Лазарь, простой парень из деревни Вифания, ценнее и важнее всех межконтинентальных проблем. Иисус приходит и возвращает Лазаря к жизни. И твоя жизнь столь же ценна в очах Господа. И даже если тьма уже потирает ладони, готова предать тебя погребению, лишить надежды, света и любви, воззови к Господу. Он придет к тебе. Он даст тебе свободу. Он любит тебя. И Иисус Христос говорит: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».